Люди должны осознанно подходить к решению обзавестись домашним питомцем. Об этом во время брифинга Департамента ветеринарии Якутии сказала руководитель ведомства Лариса Макарова. Речь шла о вопросах регулирования численности безнадзорных животных. Сегодня на федеральном уровне отсутствует законодательная база, контролирующая эту сферу. Привлечь хозяина животного за ненадлежащее обращение с питомцем невозможно. Тем временем число бродячих животных увеличивается. Согласно статистике, в 2014 году было отловлено 13 тысяч животных. В прошлом году цифра выросла на 3000. Пункты передержки доставлено в целом по республике 9825 голов. И в том числе, может, вы скажете, а почему больше доставленных, а меньше отловленных, да? То 1599 животных приносят сами хозяева. Но это, с одной стороны, правильно. Потому что чем выкидывать, вот сейчас закончился дачный период. Весной их забирают там, кто-то они там живут, да, кормят, потом осень пришла, все, они не нужны. Так лучше, чем оставить их на улице, лучше пускай принесут пункты передержки. Это будет более гуманно и будет лучше по отношению к другим людям.